Уже четвертый год подряд в крымской столице проходит необычный конкурс красоты. Главные участницы – маленькие принцессы возрастом от 4 до 12 лет. Каждая из них уникальна во всем, начиная со взглядов на мир, заканчивая яркими образами в одежде. На сцене 26 юных моделей. Это те, кто успешно прошел отборочный тур и продемонстрировал мастерство дефиле. Мы репетировали эти выходы. То есть, в первую очередь, это техничность, работа на сцене. То есть, помимо техники, мы тренировали, репетировали их эмоции. То есть, как они должны общаться с залом. Это очень важно, потому что ту энергетику, которую они дают, они получают. Уверенность в себе, артистизм, поставленная речь и, конечно же, улыбка на лице – главные навыки, которыми должны обладать участницы, чтобы завоевать желанную победу. Виктория Юрковская является неоднократным призером конкурсов красоты как в республике, так и за ее пределами. По словам девушки, работа в модельном бизнесе требует огромных усилий, поэтому сегодня, будучи уже членом жюри, она хорошо понимает, как трудно покорить подиум впервые. Мне кажется, когда человек начинает с раннего возраста этим заниматься, у него, я не знаю, складывается в себе, о себе какое-то мнение, уверенность, и потом намного проще выходить на сцену. Программа конкурса подразумевает несколько этапов. Прежде всего, есть две возрастные категории участниц – от 4 до 7 и от 8 до 12 лет. Маленькие модницы должны блистательно выступить перед зрителями и членами жюри, продемонстрировав собственные наряды. К слову, образы модели выбирают сами. Мне больше нравится, как я хожу и улыбаюсь. Кем хочешь стать? Еще не знаю, но я выбрала себе профессию балерина. Диана, расскажи про свой образ. Что это у тебя? Мой образ романтический. Ну, мне он очень понравился, потому что он легкий, ну, легкого цвета. Я хочу стать визажистом, открыть свой собственный магазин. По словам организатора конкурса Натальи Шип, у сегодняшних участниц есть все шансы продолжить карьеру на подиуме. В модельной школе симферопольские принцессы могут освоить навыки по таким дисциплинам, как хореография, актерское мастерство, дефиле. Главное – это усердие. Мы активно занимаемся продвижением наших моделей. Также мы являемся региональным представителем «Мисс Россия» в Крыму. Также дети у нас участвуют в международных фестивалях, во всероссийских конкурсах. Мы их готовим, они представляют Крым дальше. Кроме экспертов и педагогов модельного мастерства, у каждой из участниц есть свой особый помощник – это мама. У родителей нет большего повода для гордости, чем видеть своего ребенка на большой сцене. Виктория Коваленко завершает последние приготовления перед выходом. Весь процесс осуществляется под чутким наблюдением самого близкого человека. Мы очень переживали, не спали сегодня ночью, как всегда. Ну, на тренировки ходили, все было нормально, все, готовились. Мы уже не первый раз выступаем, поэтому уже не так волнительно. Будем учитывать предпочтения ребенка, всегда учитывается. Ей нравится, она хочет заниматься, и мы ходим, занимаемся. Каждая маленькая принцесса, выступившая сегодня на сцене, обрела незабываемый опыт. Для кого-то он послужит началом стремлений к главной цели – покорить подиум в скором будущем. Егор Зайцев, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.